Я с детства был не в ладах с арифметикой, и теперь понимаю, как она мстит мне, предлагая, значит, поверить в цифры, которым я еще не успел примериться. И сочетание этих цифр как-то заставляет меня заметить, что примечают меня сейчас больше по совокупности лет, а не заслуг. Я никогда не доверял людям, которые на вопрос о том, если бы им представился шанс заново прожить свою жизнь, отвечали, что они проживут ее точно так же. Вот точно так же. Мне всегда казалось это нелепым. Думаю, ну как же так же? Ведь столько было совершено там неверных шагов, каких-то промахов, каких-то досадных ошибок. Я бы всю эту жизнь бы стер ластиком. Здесь поступил так, в другом месте еще как-то по-своему. Теперь, когда вот, значит, эта арифметика заставила меня оглянуться назад, я понимаю, что жизнь моя сложилась так, как сложилось, в общем, неспроста. Если бы мне представился шанс еще раз прожить ее, да, мне бы пришлось прожить ее точно так же, но не потому, что я не признаю в ней совершенных ошибок и неверных шагов, а только потому, что из-за этих ошибок я переживал. Я мучился из-за них. И вот это смятение, которое дало мне вот это беспокойство из-за этих ошибок, приготовило меня к профессии. Вот сейчас мне кажется, что я что-то могу в этой профессии. И я бы никогда ничего не смог сделать в ней, и никогда не мог подступиться ни к одной роли, если бы у меня не было этого метания и этого сожаления из-за ошибок. Во многом знаний немалая печаль, так говорил творец Экклезиаста. Я вовсе не мудрец, но почему так часто мне жаль весь мир и человека жаль? Природа хочет жить, и потому она миллионы зерен скармливает птицам. Но из миллионов птиц к светилам и зорницам едва лишь вырывается одна. Вселенная шумит и просит красоты, кричат моря, забрызганные пеной. Но на холмах земли, на кладбищах вселенной лишь избранные светятся цветы. Я... Разве только я? Я только краткий миг чужих существований. Боже правый, зачем ты создал мир и милый, и кровавый, и дал мне ум, чтоб я его постиг. Этим стихотворением Заболоцкого мне очень хотелось начать эту встречу, потому что так складывать слова, как мог великий поэт, я не сумею, но мне хотелось многое сказать этими словами, и поэтому я для начала встречи выбрал не свои слова. Я готов вступить в разговор с вами. Мне очень хочется, чтобы эта беседа была полезной и приятной для меня и для вас. Я постараюсь отвечать на вопросы так, как мне уже позволяет мой возраст, стараться не лукавить. Но если меня что-то будет смущать, я отвечу как-нибудь смутившись. Добрый вечер. У меня вопрос. Вот когда вы почувствовали интерес к театру, к актерской профессии? Спасибо. Когда? Вообще давно. Я не начал недаром этот разговор с арифметики, потому что я на самом деле я не могу еще привыкнуть к тому, что, отвечая на вопросы, похожие на ваш, мне приходится, ну, во-первых, перемещаться в другой век, а во-вторых, в самую его середину. Потому что я родился в середине прошлого века, и я бы рад сказать, что в середине или в толще страны, но я родился так далеко, что туда действительно не гонял
Макар Телят, а гонял Сталин заключенных. Это Колыма 1956 года. В поселке, в котором я вырос, конечно, речи не могло быть о театре. И первое мое впечатление о том, что можно было бы назвать театром, это были гастроли какой-то части Магаданского музыкального театра, какой-то части, которая разъезжала, очевидно, по области и возила детские спектакли. Это была «Муха-цокотуха». Вы вообще не представляете, каким впечатлением меня одарил тот спектакль. Мне кажется, что я до сих пор помню какие-то подробности, хотя ничего подобного, я их все выдумал. Но для меня сохранилось впечатление об этом как в виде какого-то волшебного праздника, потому что в тот Дом культуры, в который я ходил, как на встречу с прекрасным всякий раз, чтобы это ни было, там, фестиваль «Сияйте, ленинские звезды» или конкурс молодых артистов-чтецов, едва ли там было 200 мест в этом зале. Спустя 25 лет, когда я приехал на свою родину, на Колыму, я увидел этот Дом культуры, который мне казался вообще большим театром. Я увидел, что это просто, ну, как бы сказать помягче, это даже не Дом культуры, это просто такой, ну, уютный сарай, в котором ничего похожего на это волшебство света, которое я сохранил с детства, не было. Там висело несколько световых приборов. Был мой концерт, я выступал для своих земляков. И я вдруг понял, что на меня ничего не светит. А в памяти остался вот этот волшебный свет, в котором ходила муха-цокотуха. И главное, вот этот комарик, которую я, конечно, когда-нибудь сыграю, принц, с такой какой-то шапочкой блестящей. И у всех были вот эти крылья, как я понимаю, теперь из какого-то тюля, черт знает что. Но волшебство какое-то невиданное. Я понял, что я туда хочу, вот в эту муху-цокотуху. Я хочу там, где вот эти перья, и там, где вот эти страшные тряпки, которые под воздействием этого цвета превращаются, ну, в совершенную какую-то волшебную какую-то сказку. Я вам больше скажу, когда я уже начал путешествовать по миру и увидел спектакли театров, в которых все было, ничто не могло сравниться по впечатлению с этим, как я теперь понимаю, в актерской среде это называется чосом. Но тогда я не знал этой тайны закулисья, которая меня бы даже тогда не разочаровала, потому что это было счастье. Никто не упал в обморок, когда я сказал, что буду артистом. Ну, просто мама сказала, что она как раз не возражает против такого выбора. Но, конечно, лучше было бы, если бы я был журналистом, потому что я бы, наконец, значит, вывел на чистый свет нашу соседку, с которой она поссорилась, и вообще разобрался бы со многими несправедливостями, которые она замечала. А папа и вовсе, значит, однажды произнес фразу, которая потом стала, не знаю, просто мемом. В беседе с Региной Дубовицкой, у которой я тогда снимался в «Аншлаге», на вопрос, доволен ли папа выбором моей профессии, папа, который 10 лет отсидел в лагере, провел в сталинском лагере, а потом 7 лет еще был в ссылке, папа сказал, нет, вот он не возражает против моего выбора. Но вообще, конечно, профессию надо было бы выбирать такую, чтобы потом в лагере было легче. Добрый вечер. В одном из интервью вы сказали, что ваш жанр отнял у вас право говорить о большом искусстве. А сегодня вам вернулось это право, и кто вам в этом помог? Вы знаете что? Так принято считать, что артисты легкого жанра, вот по-прежнему, по инерции, наш жанр называют легким. И поди возрази, он легкий. Ну а что делает артист моего жанра? Он даже право не заработал судить о том, вот любой блогер, там, не знаю, с 4 подписчиками имеет право говорить о последней премьере, там, не знаю, у Серебренников. Артист моего жанра не имеет, потому что за ним странная биография.
Он ничего дельного не сделал. Он не потряс, он не выдавил слезы, он не умирал на сцене, он не занимался концептуальным театром, он занимался легким и почти постыдным трудом. Вот эта робость, которую мне сообщили и критики, и зрители, о том, что я не очень имею права судить, о чем с легкостью судят они, она у меня осталась до сих пор. Я уже работал с Виктюхом, с Мирзоевым, с Кончаловским. Я уже переиграл много ролей в драматическом театре, и в Вахтанговском, и в антрепризе Казакова. Я встречал многих людей, работа с которыми меня одарила на самом деле настоящей радостью. А вот эта робость у меня осталась. Вот так принято почему-то считать, что эта профессия оставляет такой шлейф, что сиди и молчи. Ну, не знаю, алло, Люся. Ну, и что такого? Вот алло, Люся, и сиди. Ну, Люся так же страдает, так же мучается, как любой габлет. Почему нет? Эта Люся далась мне на самом деле большими терзаниями. Потому что я ее ненавидел, она об этом знает. Ну, она, виртуальная, это Люся. У меня сложились с ней очень непростые отношения, потому что она тащила меня за хвост, я за полы пиджака, я не мог оторваться от нее. Редакторы на телевидении предлагали мне, значит, очередной звонок Люси к 8 марта, к 7 ноября, что-то. А я Люсю не хотел. Ну, не хотел я ее. Мне хотелось быть или не быть. Ничего не получалось. Добрый вечер, Ефим Соломонович. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Риге? Спасибо. Папа, освободившись от из лагерей, дождавшись 22-го съезда партии, который вернул ему честное имя, и затем, дождавшись реабилитации, искал место, куда могли бы мы переехать. О том, чтобы провести остаток лет на Колыме, не было речи. Колыма моего детства – это Колыма, лишенная множества знакомых вам продуктов, о которых я только читал в книжках или видел в кино. Я не знал, как выглядит баклажан, как выглядит кабачок. Я многих продуктов просто не знал. Я не знал, как выглядит батон хлеба. Потому что у нас были кирпичи единственного сорта, серые. Сначала зашла речь о Борше, городе, в котором папу арестовали, из которого начался его длинный этап на Колыму. Норша была отметена сразу, несмотря на то, что там жили наши родственники, была жива еще моя бабушка, мама отца. Норша была отметена сразу по одной причине, потому что в центре города находилась центральная тюрьма, в которой сейчас располагается коллегия иезуитов. Потрясающе. Ну, это историческая коллегия иезуитов, ничего дурного в этом слове нет, конечно, но как-то для моего уха какая-то соотнесенность все-таки есть. И папа не захотел жить в городе, в котором, отправляясь куда угодно, в ту его часть или в эту, надо было пройти мимо этой центральной тюрьмы. Воспоминания у него остались зверскими, он редко говорил об этом, но там его как могли, хотели превратить в ничтожество, растоптать вообще все человеческое в нем, ну, не получилось. Но в этот город он возвращаться не захотел, и внезапно зашла речь о Риге. Знаете, после войны все время возникали какие-то люди. Тетки, дядя, этот оказался там, этот здесь. Обнаружилось, что в Риге уже много лет живет мамина тетка. И мы поехали в один из отпусков в Ригу. Это был 63-й год. Я понимаю, какой эта цифра представляется молодым, значит, моим собеседником. Но 63-й, что я могу сделать? Мы попали в другую страну. Это было что-то невообразимое. Рядом с домом, где жила моя тетка, был молочный ресторан. Какой молочный? Я обычного-то не видел. Как это молочный ресторан? Там все было молочное.
Молочное, молочное, перемолочное. Это из сливок, это суфле. Меня днем туда повели, и они... Там скатерти были. Слушайте, это была какая... Это круче было любого западного кино. На мамино решение остаться в Риге повлиял один эпизод, о котором я говорю с улыбкой, но для мамы он имел решающее значение. Она на улице увидела сценку, как один, ну, очевидно, приехавший туда после войны, бросил сигарету или папиросу, тогда курили. И пожилая латышка кинулась за ним, запыхавшись, догнала его вместе с этой сигаретой и сказала ему: «Молодой человек, вы что-то уронили». Эту историю я слышал бесчетное количество раз. Мама во всех возможных интонациях говорит: «Представляю». И она догнала его и сказала: «Молодой человек, вы что-то уронили». И вот это... Мама закончила ФЗУ когда-то, что сейчас называется ПТУ. И вот это ее ПТУшное представление о том, что значит чистота, что значит вот этот уклад. Что значит вообще, это даже молочный ресторан рядом с домом. Все, решено было, мы едем в Ригу. Слово «частная собственность» тогда почти не звучало. Это сейчас люди говорят: купить квартиру, продать квартиру, купить. Я когда говорю: ну мы не могли купить квартиру. Почему? Я говорю: потому что их не продавали. Но на самом деле продавали дома. И в Юрмале тетка с какими-то ее знакомыми присмотрели летнюю дачу профессора Зутиса, видного латышского историка, по учебникам которого потом я на филфаке в университете учил историю Латвии. И когда мои родители увидели этот дом на улице Конкордиас 39, все. Все мечты остановились. Это была вообще мечта местечковых людей о доме, об огромном доме, с садом, веранда. Переплеты этих окон, когда пастернаковская, да, никого не будет в доме. У меня все время почему-то окна, как образ этого стихотворения, вставали именно в таком переплете потом. Вот эта вот елочка, вот этот вообще частый переплет окон, я его никогда не видел. Но окно, это же окно. А вот тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, вот эта мелкая рябь деревяшечек, и за ними вид... Никакого вида не было, на самом деле. Был вид на соседний двор. И 10 лет я провел в этом замечательном доме, в котором однажды снимали документальный фильм обо мне. Я не выдержал там. Я пустил слезу, потому что... Это на самом деле огромное сожаление о том, что в моей жизни этого дома уже нет. Там... Сложились все мои мечты, там сложилось мое представление о жизни, и там сложилось мое ощущение дома. Добрый вечер, Ефим. Вашим преподавателем по актерскому мастерству был Роман Виктюк. Расскажите, как проходило обучение у такого экстравагантного человека? Вы знаете что, Виктюк не всегда был таким экстравагантным, каким мы стали его знать где-то с конца 80-х. «Служанки», «Калоши счастья», «Мадам Баттерфляй». Это все поздние 80-е. До этого Виктюк был, хоть и экстравагантным, но советским режиссером. У советского режиссера была униформа. Кожанка, обязательно, как у комиссара. Обязательно водолазка и джинсы. Какие достанешь. Вот такой Виктюк появился 8 апреля 1975 года на пороге училища. Эстрадно-циркового, которое я закончил. И такой Виктюк уже никогда в моей памяти не вытеснится Виктюком вот в пиджаке, похожем на этот. Мы долго не были связаны никакой работой. Ну, я закончил у него курс, долго играл в студенческом театре Московского университета, в который он меня потащил за собой. А потом была какая-то пауза, вся отданная эстраде.
Люси. Люси отдал я лучшие свои губы. И потом оказалось, что у этого Виктюка, у нового мне, ну, не очень знакомого мне Виктюка, у меня тоже есть место. С Виктюком по-разному складывалось в разные годы. Мне казалось, что я был любимчиком его на курсе, потому что что-то все мне в руки плыло. Все главное, все большое, везде, где много слов. Потом какая-то была пауза, он меня что-то не видел для своих новых работ. В ночи после выпуска я долго сидел в запасных, пока не ушел один из актеров, который играл Игоря Проухова. И на меня свалилась большая роль Игоря Проухова. Потом была «Утиная охота», в которой тоже мне не сразу достался Кузаков. А потом был большой спектакль «Муж и жена» по пьесе Альда Николая, который мы долго потом играли с партнершей. И потом все. Вот дырка. Он как-то вспомнил обо мне, потому что, очевидно, видел меня по телевизору. Наверное, переживал за меня. Он не очень любит эстраду. Но почему-то я опять ему пришел в голову, и следом пошли работы. Был замечательный спектакль «Я тебя больше не знаю, милая», в котором тогда почти впервые появился весь цвет вахтанговской молодежи тогдашней. Маковецкий, Аронова, Рудберг, Нона Гришаева, которую тогда еще никто не знал, Гриша Сиетвинда. Они все, как-то нехороший глагол, но они все брызнули в этом спектакле. Вот брызнули вот со своей искрометностью, которая им пригодилась потом в других работах. Их сразу узнала театральная Москва в этом новом качестве. Я купался в этой атмосфере вахтанговской студийности. Обожаю этот театр до сих пор. И когда выйду... Ну, не будем загадывать. Не знаю, сколько проживу, но где-то на излете лет я приду туда, в кабинет директору, и спрошу, можно ли мне там выходить и говорить «кушать подано». Я хочу говорить «кушать подано» в этом театре. Про Виктюка еще скажу одну вещь. Я всегда мечтал о театре, но самым действенным образом... К воплощению, к осуществлению этой мечты подвиг меня он. Я знал, что я когда-нибудь, какими-нибудь путями я приду в театр. Но так случилось, что Роман Виктюк – это человек, который дал осуществиться этой детской мечте. Я с детства бредил запахом кулис, с открытками актеров и актрис. Из школы в драм-кружок летел на крылья, и в летнем парке выступал на бис. И вот премьера, а душа томится, я забываю все свои слова. На перемене увезли в больницу мою невесту из 6-го А. Ах, зритель, хоть немного подожди, мне б только сердце удержать в груди. Но я артист, и я осилю боль, и не узнает зал, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Я все смогу, я выхожу на сцену. Полно проблем и дел не в проворот, и никуда не деться от забот. Но публика стекается к театру, а для меня теперь служебный вход. И вечером спектакль новогодний, на площади фигуры изо льда. А верный друг, мой лучший друг сегодня, страну мою покинул навсегда. Ах, зритель, хоть немного подожди, мне б только сердце удержать в груди. Но я артист, и я осилю боль, и не узнает зал, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Я не сдаюсь, я выхожу на сцену.
За 2 недели не достать билет. И даже на галерке места нет. Король, властитель датский, отвечай мне. Заветной роли ждал я столько лет. А на столе в гримерке телеграм. И верить не хочу, что наяву я смириться не сумею. Мама, ее на свете нет, а я живу. Ах, зритель, хоть немного подожди, мне б только сердце удержать в груди. Но я артист, и я осилю боль, и не узнает зал, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Остался шаг, я выхожу на сцену, но я артист, и я осилю боль. Артист, и все равно, какую цену я заплачу за сыгранную роль. Ну, вот и все. Я выхожу на сцену. Добрый вечер, Ефим Залманович. Вы сделали стремительный успех в карьере, в вашей профессии. Скажите, пожалуйста, а кто поддержал вас, кто стал вашими друзьями? Все. Слушайте, я сейчас, может быть, это такое возрастное благодушие, я сейчас не помню людей, которым мне мешали. У меня были друзья, которые, когда я выпустил первый спектакль, и еще зарабатывал только право работать сольно, сидели на свете, на звуке, абсолютно бесплатно работая. Мне нечем делиться было, потому что мои первые заработки, если их поделить на 6 человек, оставался, не знаю, на комсомольские взносы только. Ерунда какая-то. Но я сейчас думаю, ведь это же люди, которых мне сейчас прямо хочется обнять за то, что я стою здесь. Они к этому имели отношение. А самое большое огорчение моей жизни, что я их, многих из них я уже не обниму. Ну, начинаются потери, от них никуда не денешься. И обнять уже некого. И слава богу, что наедине с подушкой я могу по-прежнему быть связанным с этими людьми, по-прежнему их благодарить, и по-прежнему с ними, как это ни звучит, мистически советоваться. Вот вы знаете что, я советуюсь с мамой. Ну, как всякий правильный еврейский мальчик, я советуюсь с мамой. Ее давно нет. Я говорю за нее в этих диалогах внутренних и за себя. У меня с мамой-то и при жизни сложилось, что не очень все облекалось в слова. У нее была очень богатая мимика. Я думаю, что своими актерскими способностями я вообще обязан ей. Ей достаточно было вот так посмотреть. Я понял, не надо. Все, не надо, не надо. И вот сейчас она меня этой мимикой сопровождает в каких-то поступках. Там, знаете, когда предстоят какие-то экзамены жизненные, там завтра сделать это. Я как-то сразу ее воображаю, и вот это или да, или нет. Добрый вечер. Когда вы впервые вышли на театральную сцену в спектакле «Я тебя больше не знаю, милый», не мешал ли вам шлейф ваших эстрадных образов? Как вы справились? И не смотрело ли на вас свысока театральное сообщество? Спасибо. Вы знаете, с этим справился не я, с этим справился Виктюк. Начинался с того, что Сережа Маковецкий выходил, будучи итальянцем, держа в руках 2 плаката моих, эстрадных, 2 плаката. Виктюк, спасибо вам, Роман Григорьевич. И тут же на глазах зрителей их вот так вот брезгливо рвал. Все,
Были аплодисменты, потому что это был знак того, что Шифрина, который будет на этих плакатах в спектакле, не будет. И вот таким материальным образом я прощался с эстрадным шлейфом, его рвали на глазах у зрителей и превращался в это вот в Альберта, которым я был там 7 лет в этом спектакле. Каким образом театральное сообщество? Вы знаете что? Любое сообщество очень жестоко, когда там появляется чужак. Вахтанговская школа довольно суровая, она на вид такая вся легкая, школа представления замечательная, все у них весело и все легко, но на самом деле эта школа никогда не признавала чужаков. Конечно, я появился там по блату, если бы не Виктюк, я бы не появился. Второй раз я уже появился, будучи знакомым и дирекцией, и актером. Но надо вам отдать должное, вот вахтанговцы это все-таки вахтанговцы. Я был окружен, ну, не знаю, каким-то таким теплом, которого я еще даже там не заслужил. Там хорошо. Там, как в церкви, хорошо. Профессор, а скажите, можно выздороветь вот так сразу? Ни с того, ни с сего. Сумасшедшие могут все. Они могут даже совершить безумие и выздороветь. Ну а что нужно для этого сделать? Ничего особенного. Когда увидите вашего мужа, узнайте его. И все. Так просто. Да, как будто ничего не случилось. Поступите с ним так же, как вы бы поступили вчера, застав его с секретарь. Да, ну давайте ему пощечину. Нет, не надо пощечин. Не вспоминайте того, что произошло. Будьте, как будто вы пробуждаетесь после долгого сна. Будьте как бы в забытии. Так ведут себя выздоравливающие безумцы. Да, будьте как бы в тумане. Доктор, пожалуйста, никогда не говорите моему мужу, что я не была сумасшедшей. Я не скажу, пусть у него останется страх. Но вы ответьте мне на один вопрос. Вчера вечером, когда вы сказали, что... А что было вчера вечером? Понятно? Нет, я ничего не помню. Я была как в тумане. Ну, знаете, когда сумасшедшие выздоравливают... Позвать вашего мужа? Да. Добрый вечер. Ефим, а скажите, пожалуйста, как жизнь свела вас с Михаилом Казаковым? Я очень часто видел Казакова в разных обстоятельствах. Мне казалось, что этот человек должен быть, ну зачем я ему? Ну, такой артист. Я его с детства немножко побаивался из-за того образа, в котором запомнил его по фильму «Человек-амфибия». Он там такой страшный. Ну, красивый, но страшный. Он негодяй. Когда встречал его, это отрыбь, которую я еще ощущал с того фильма. Я ее тащил за собой. Однажды он пришел на спектакль «Слухи», которые я, вот это была одна из первых антреприз в моей жизни по пьесе Нила Саймона. Вдруг отозвал меня в курилку. И начал мне что-то петь, какие-то дифирамбы. Я сначала решил, что это, ну, такой изощренный способ стеба какого-то. Ну, чего это? У меня там маленькая роль была. И вообще, ну, человек-амфибия не может так что-то... Мы репетировали почти без всяких замечаний с его стороны. Это было одно из самых счастливых времен в моей жизни. Те, кто работал с Казаковым, знают, какой способ он выбирает для репетиций. Это всегда работа с голоса. Слушайте, я так ни с кем не работаю. Он все показывает. За ним невозможно не повторить. Если вы помните фильм «Покровские ворота», они все говорят, как он. Ну, он не терпит бытовой интонации. Вот ему сказать там это... знаете, в «Современнике» одно время... прости меня, Боже, ну так нас научили наши педагоги. В «Современнике» был одно время такой штамп, там все надо было делать очень естественно, до заурядности. Там, если умирал главный герой, надо было просто сказать: «Вань, поставь сковородку». Ну,
То есть гасить вот эти все театральные эмоции старых времен. А Казаков наоборот. Для него не может существовать ни музыкальной речи. Ну как это «поставь сковородку»? Ну не может быть. «Поставь сковородку» — это лишенная информации фраза. «Поставь сковородку». Тогда сразу есть адрес. Я вижу эту плиту, я вижу эту зажженную конфорку. И «поставь сковородку» приобретает четкий маршрут. Я приспособился к этому. Когда мы работали над спектаклем, я от него немножко бегал, потому что он всегда брал, если он всегда приходил раньше, а у меня манера еще унаследованная от отца, если в 12, то я без 5:12 уже на месте. Вот я зануда такой. Тут мы совпали, и я, если приходил раньше на репетицию, он меня брал под локоток и спрашивал меня, не нужно ли добавить в этот спектакль стихов. Я терял сознание, я эти-то не мог никак произнести. Там было несколько вкраплений, когда мой персонаж читает стихи. Я ненавидел эти места, потому что их надо было делать по-казаковски. Один вопрос в Пергюн, что это значит самим собою быть? И он говорит, мне кажется, что нужно добавить еще стихов. Я сжимал его локоток, говорил, Михаил Михайлович, не надо! Добрый вечер. У вас достаточно много работ с режиссером Владимиром Мирзоевым. Как вы друг друга выбрали? Когда мы с Маковецким говорили о... Там, он очень был много занят в театре. Когда мы говорили о каких-то его театральных успехах, как победах, очень часто звучало это имя Мирзоева. И вот так у меня закралась какая-то... Ну, не мечта. Мечта — это сильное слово. Желание. Раздается звонок от Терезы Дуровой. У нас Володя Мирзоев. Ну, можете себе представить? Вообще, ну, что надо? Это, как это может быть такое? Ну, ведь я мог еще десяток имен театральных представить себе для такого звонка. Ну, пускай позвонил бы мне Спилберг. Почему нет? Кстати, давно не звонил. И предложили роль Шарлеманя в спектакле «Дракон», который он там собирался сделать. И у меня все так опустилось. Думаю, ну вот. Я откликнулся на имя Мирзоева. Никакого не хочу Шарлеманя. Шарлемань — это «Алло, Люся». Ну, только по-театральному. Ну, что я потащу туда весь этот багаж, опять это все. Я ничего не придумаю. Ну, и я вежливо отказался. Сказал, что, ну, если начинать с Мирзоевым, да еще в «Драконе», ну, не Шарлеманя. Через полгода опять звонок. Уже от Володи, которого я тогда еще называл Владимиром Владимировичем. Ефим, не хотите ли вы попробовать бургомистра? Я даже ответить не успел, у меня вот здесь комок застрял в горле. Ну как же бургомистра? Вообще, есть ли время отказываться? Я чуть не заорал, да, но, зная, как должны вести себя актеры в этих обстоятельствах, сказал, я могу попробовать. Мы много сделали с ним. Мы сделали с ним на канале «Культура» пьесу для мужчины по произведениям Хармса. Это один из самых дорогих и любимых для меня телепроектов. Мы сделали с ним здесь же на канале «Культура» фильм «Контракт» по пьесе Мрожика, за который ему отдельно обязан. Это... Ну, там какая-то... Вот во мне проклюнулся какой-то такой драматический человек, которого мне не стыдно. Здравствуйте, журнал «Стори». Скажите, пожалуйста, многие считают, что человеческое счастье, удача прорастают с детской песочницы. Помогает ли ваше детство вам в профессиональной карьере? Спасибо. Виктюк, о котором мы сегодня не раз вспоминали, когда за что-нибудь хвалит меня, он говорит нараспев, говорит, и вы знаете, он так и остался ребенком. Вот я привык к этой фразе, которая меня сопровождает ровно столько, сколько я его знаю. Я не очень понимал, в чем смысл, как же я ребенок. Я дядя, который вот уже второй раз выходит на этот помост в связи с какой-то еще непонятной датой. Ну какой же ребенок? Потом я начинаю думать над этим, размышлять и понимаю, что он имеет в виду. Ему важно, чтобы когда включается вот это чудо, да,
театр, чтобы человек забыл свою взрослость. Ничего там не будет. С нашей рациональностью, с нашей расчетливостью, с нашим практичным взглядом на вещи. Хорошо ли будет, если я здесь встану чуть-чуть не в свете? Вот это надо исключить. Тебе дали игрушку? Балуйся. Я стараюсь не терять себе этого человека, которого я в себе запомнил еще с той памятной Колымы. Знаете, слово «Колыма» рождает в сознании людей, ну, сразу. Мрачные вышки, большие территории, затянутые проволокой, людей, кости которых замостили Колымский тракт и весь этот край. Но я вынужден вам признаться, в моей жизни ничего этого не было. То есть были вышки. Мы с братом ходили туда к солдатам, которые впервые нас познакомили с Чифирем. Вокруг дома была зона, конечно, это Колыма. Вокруг были заключенные, все родители моих одноклассников, конечно, большей частью это репрессированные отцы или деды. Это страна зэков, ничего с этим не поделаешь. Но в этой стране зэков детство было так хорошо, потому что колючая проволока – это же игрушка. Окна нашего дома на Колыме выходили на гору Марджот. Мы называли ее Колымской Джомолунгмой. Это такая высокая сопка, круглый год покрытая снегами. Представляете, детство человека, который каждый день видит это в окне. Это лето полное приключений. Это сопки полные жимолости, голубики. Мы чернику не знали. Морожки. Это все можно было жевать. Вычитав слово «мус» на какой-то плитке в гастрономе, мы решили, что мы можем сделать его сами. Мы затолкали жимолость в какую-то грязную бутылку, залили его сырой водой, приготовили. Нас несло 3 дня. И когда мама спрашивала, что же случилось сразу со всеми, там была целая компания, мы гордо сказали, мы ели мус. Я вспоминаю свое детство абсолютно солнечным. Сейчас, когда я понимаю, что в московской зиме для меня нет просвета, она, ну, как бы не мастили ее плиткой, как бы ее не украшали, она вечно хмурая. Я как не гляну в окно, она... это другая картинка. Это картинка, которая заставляет по-другому относиться к жизни. Она по-другому выстраивает твои отношения к мирозданию. Потому что, ну, эту погоду я уже потом застал в Прибалтике. Она очень удачно совпала с возрастом, когда надо было размышлять. Эта погода очень мне способствовала. Вот это хмурое, вечно пасмурное балтийское небо. А Колыма... Когда мы приехали в Юрмалу, и бриллиантовая рука уже начала свое победное шествие по всем кинотеатрам, я на фразе «Лучше вы к нам на Колыму» слышал дикий гогот. В зале ржали все. «Нет уж, лучше вы к нам на Колыму». Я думаю, что они хохочут? Ну что они хохочут? Они просто не видели. Красивее этого места в мире нет. Когда я приехал в 90-м, в 92-м году уже на гастроли туда, звездой. Слушайте, в аэропорт приехали черные «Волги», какие-то камеры тогда, вот эти вот пошли тогда в ход ВХС-ки, куда начальство в галстуках. Я долго терпел, я не понимал, что со мной происходит. Какое начальство, какое... Вот в памяти остался этот же аэродром, с которым мы стюками. Потом меня привезли в здание исполкома и устроили прием, и там лежал, стоял торт «Прага» в 90-м году. Я в этом здании не мечтал очутиться. Я понимал, что сейчас что-то со мной случится, чему я не хозяин. Я еле добежал до туалета, у меня брызнули... Я такой истерики за собой не помню. Чего я плакал? С какого
Чёрта я плакал. Вот эта разница этих картинок. Разница этих картинок, с которой я оставлял Колыму, и с которой я на нее вернулся, это включило этот фонтан. Я долго мыл лицо, там шли какие-то разговоры, тосты. Я вернулся за стол, все это начальство начало переглядываться, и потом понимающе сказала: он выпил. Он в дороге выпил. Они решили, что такую истерику слезную может породить только какое-то надсадное выпивание. Я очень остро запомнил этот приезд. Потом уже через годы связал его со словами Бродского и Шпаликова о том, что возвращаться худо. Возвращаться горько. Но я вернулся, и я не жалею об этом, потому что это продлило мой сон о детстве. И я счастлив, что я второй раз увидел этот сон. Когда я приехал к папе на родину, почему ты все делаешь потом, когда их не стало? Вот это ошибка, это и мое обращение к вам, к молодым. Знаете, принято всегда там, в серьезном возрасте уже учить кого-то. Ну, я не позволяю себе этого делать, но я просто заклинаю вас. Если они у вас живые, узнайте про них все сейчас. Потом будет потом. Почему мне не приходило в голову теребить отца все время, чтобы узнать его, чтобы срастись с его жизнью? Почему мне пришло в голову потом? Я приехал в местечко, где он родился, где уже все не так в Беларуси, где уже ничего не осталось после немцев, которые... эти местечки сожгли дотла, не оставив в них ни одного жителя. И вдруг я увидел эту речку, Проня. А мое актерское воображение устроено таким образом, я все люблю себе воображать. Вот это я. Ну, как все артисты. И вдруг я из этой книжки «Я» становлюсь папой, которого я не знал. Ему 6 или 7 лет. Вот у него эти -8 на глазах. И вот он бежит... И дальше все, мое воображение спотыкается, я не могу за него ничего сообразить. Мне стало так слезно и горько, что этот мальчик, в которого я только что в своих воспоминаниях превратился, что его потом будут бить, что его поведут в подвал, что с него сдернут очки, что ему обрежут пуговицы на штанах, что он будет работать на приисках, что он будет умирать, веся 28 килограмм. Вдруг вот такой цепочкой выстроилось это все его будущее, а я только хотел пробежаться вдоль берега Прони. Поэтому, если вы мне доверяете, ну, как человеку, как в той социальной рекламе, позвоните родителям. Не позвоните, обнимите их сегодня, поцелуйте и скажите от меня. Добрый вечер. С Андреем Кончаловским вы познакомились на картине «Глянец». Я бы хотела вас спросить, какое впечатление вы произвели друг на друга? И каково ваше отношение к роли такого отечественного Лагерфельда? Я вам уже говорил, что он явился персонажем из «Сна» для меня. Для меня это было очень значительно. А с Андреем Сергеевичем ничего не закончилось. Шли годы. И театр мюзикла... Московский приступил к спектаклю «Преступление и наказание». Почему я улыбаюсь? Потому что, ну, слушайте, опять, где я, где преступление? И кто-то из дирижеров, по-моему, Сережа Иньков или... Я даже сейчас не вспомню, кто. Кто-то из руководства театра говорит: а не хочешь попробоваться? А это рок-опера Артемьева со сложным вокалом. Ну, я думаю, сколько мне осталось? Чем черт не суть? Я спросил: а кто там меньше всего поет? Ну, что я мог еще спросить? Мне говорят: Порфирий. Я спросил: а что он поет? И мне показали очень красивый романс, который поет Порфирий Петрович во втором акте. Ой,
Я влюбился сразу. Его легко было запомнить. Там такие красивые верха. Я со своим этим небесным фальцетиком чудно попал в это. Думаю, и пойду я на кастинг. Не потому, что я такой прямо важный и великий, но я никогда не был на кастингах. Даже на глянец я попал вот так. Потому что судьба позволила снус случиться, осуществиться. Я пошел на кастинг. Кончаловскому объявили фамилию. А мимо ушей пролетела. Ну, мало ли, шифренных на свете. Потом я смотрю, я начал петь. Кончаловский встал из 9-го ряда, подошел вплотную к оркестровой этой самой яме, оперся на нее. Это сказал, а что? Говорит, а почему? Надо все пробовать, он мне говорит. Короче говоря, Порфирия я прошел. Премьера у нас скоро. Внутри меня все дрожит, потому что это очень тяжело. Очень тяжело. Бывают, знаете, такие оперные режиссеры, которые в сложных вокальных кусках дают вокалистам делать все, что хочешь. Ну, стой себе и пой. Знаете, как Монсеррат Кабале, сама себе памятник. Ну, там, ну как, ну, норма, ну, тяжело, тяжело петь. Кончаловского для него это все не аргументы. В первом же куске Порфирий появляется в сцене жмурок с завязанными глазами на вечеринке у Разумихина. Темп скерца. Вступить невозможно, если внутри не вшил в какой-нибудь клинике метроном в себя. Никого не видишь, потому что на тебе повязка. Ну, вот так вот примерился. Ни разу не упал в оркестровую яму еще на репетициях с этими. Ну, что получится, не знаю. Но Кончаловского благодарю за эту дерзость и за дерзость, которую он в отношении меня проявил второй раз. А что получится, ну, конечно, тут уже судья-зритель. Заканчивая нашу встречу, знаете, хотел сделать одно признание. Мы, обращаясь к нашей линии жизни, там, гадая по ней, оглядываясь назад, представляя, какой она еще будет, всегда что-то итожим. Вот так было, не так было. Вот здесь можно было поступить иначе. Здесь вообще надо было уйти с дороги, уступить кому-то место. Мы начинали с этого наш вечер, и я возвращаюсь к этому только потому, что хочу поделиться еще одним ощущением. Мне кажется, что все, что случилось, и все, что случится в жизни, на самом деле каким-то образом предопределено. Но не связью с облаками, с небесами, а с тем, каким вас создала природа. Вот на такие поступки вы способны. На такие поступки вы можете решиться. Это может произойти в вашей жизни только в силу того, что вы подготовлены к этому. Или ваш характер позволяет это. Все это можно перенести, и со всем этим надо смириться. И сейчас у меня только одно сожаление по поводу этой жизни, что она пролетает, пролетает очень быстро, если бы она только так не летела. Не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут неспешно и подробно, а я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. Не лети так жизнь,
уже мне много лет. Позволь перекурить, хотя вон с тем пинчушкой. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него поди, и курева-то нет. Но не лети так жизнь, мне важен и пустяк. Вот город, вот театр, дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. О, не лети так жизнь, и от ветров прибой. Мне нужно этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и запомнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь с собой. О, не лети так жизнь, на миг хоть задержись. Уж лучше ты меня пытай, калечь и мучай. Пусть будет все тюрьма, болезнь, несчастный случай. Но только не лети так жизнь.